Здорово, друзья мои, с вами Спикер, и мы продолжаем проходить Гордон Фримен. Ну что, у нас сегодня черная меза будет, сегодня реально мы не умрем, мы просто будем болтать, разговаривать, нам расскажут, что почем. Ну, давайте пойдем. Уровень сложности у нас максимальный, как всегда, и без смертей. Мы что-то засекли. Я вам покажу, друзья. Секундочку, все очень трудно, все по-честному. Так, это человек. Ау? Расслабьтесь. Конечно, человек. Руки, ноги, голова, все вы на месте у меня. Мы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Гордон Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Представляю себе изумление и облегчение Элая. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. А, черная меза. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в Дни их величия. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Спасибо, дорогая. Я отведу вас к Элаю. Ух, как давно здесь я не был. Задержу. Ух, ЗИЛ! Хо-хо! Реально русский ЗИЛ. Время, но все шло бы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Элай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабияу. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями. Да, послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Так о чем это я? Ах, да. Доктор Клайнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Так что можно облететь вокруг прикольный повара мира и вернуться, не пересекая местное пространство. А у них тут целая лаборатория. А вот и Элай. Молодец, продолжай в том же. Элай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фримен. Гордон Фримен. Взглянуть на тебя, господи, да ты никак. Костяная нога. Как тебе это удается? Ребята, что у вас тут есть интересно? Последний раз я отправил тебя за что можно потыкать, что можно перемещать? Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас да мне и так хорошо. Посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствуй себя как дома. Предательница, конечно же. Пошла звонить своему... Так, а мне чем заниматься, ребята? Мы почти заставили этот портал заработать. Но я не стану винить тебя, если ты откажешься от еще одного пробного запуска. Давай попробуем. С чего начнем? Гордон, ты сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Ну... Посмотри-ка на это, Гордон. Mm.
Да, и очень интересно. Да нифига не интересно, ребята, чем заняться? Алекс, а я-то думала, ты на посту. В Артигон-то отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил террористов Альянса. Ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекс, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон, немного повеселимся. Пойдем, я уже умер со скуки просто. Поле нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Да пойдем живей уже. Нам сюда? Нет, походу не сюда. Сколько дверей? Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Это старая дорога в Рейвенхольм. По ней давно никто не ходил. Я скоро по ней пройдусь. Там будет интересно, друзья. Пошли. Какая там атмосфера? Пришли. Это свалка. И чем займемся, дорогая? Это гравипушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором. Давай мне ее. Физического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Она создана для работы с опасными материалами, но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Попробуй. No problem. Ох, наконец-то. Старая добрая пушка. Оказалось, что это удобно для разминирования. Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь понял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Какие предметы брось ему. Да, все разобрался уже. Все давно это я знаю, детка. Давай быстрее идем дальше. А еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Из мусора и забирайся наверх. Как же все это долго, друзья. Ну, делать нечего, пройдем это дело. Потому что я не смогу сразу перейти к следующей главе. Так, походу весь мусор я сейчас уничтожу. Возьми предмет вторым рычагом и нажми еще раз, чтобы положить его. А, думаю, сойдет. Хотя, мне кажется, наконец-то. А не сможем и так забраться. Осторожно, злая собака. А вон ее песик. Вон какая махина. Хороший песик. Гордон, это пес.
Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот так узенькая. Но я его немного нарастила, да, песик? Хорошо, Пик. Поиграй с Гордоном. Тебе понадобится гравикушка. Давай, пес! Песик, песик, где твой мячик, интересно? А, все понятно, он бросает, я должен поймать. Давай, бросай. Держи. Обратно. Еще раз, пес. Пес, принеси мячик. Так, куда делся мячик-то? Так, чуть подальше отойдем и попробуем. Нет, он сработал не так. Да, конечно, это очень сложно. Держи, пячик. Да, у вас тут просто веселье. В полном разгаре. Отличный бросок. О, куда я зашвырнул его? Ну-ка, пячик, фас. Я сказала, что пёс любит команду опор. Но я же не говорила, кто будет ее выполнять. Ну, Лёс, давай попробуем. Побольше. Побольше? На. Сейчас возьмет побольше. Фу, песик. Брось, брось это. Пес, что такое? Боже, что это было? Скамеры. Комбайны защищают территорию. Надо вернуться в лабораторию, Гордон. Пойдем возвращаться. К работе. Папа, это Алекс. Как слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через РАФ. Папа? Папа? Черт! Пес, открой шлюз, вытащи нас отсюда. Давай, быстрее! Возьми ее, если нужно, только открой. Хватит, пес. Конечно, хватит, а мне не пролезу? Давай, Гордон. А я, походу, не пролезу. Пошли. Опа, шири. Ой, дела. Гордон, тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пес, проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее. Ну, пойдем, пес. Отведешь меня прямиком в ад. Прощай, песик, а мы уже пойдем, друзья, одни. Но у нас есть гравипушка. Походу, не работает камера. Жесть. О, как перепугался там. Все гнилое здесь.
И вот, друзья, мы пришли. Новая глава, и мы уже продолжим в следующей серии с вами. Ну а с вами был Спикер, и увидимся очень скоро. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока!